Добрый день, музыка, звуки, приятные для слуха и не очень, успокаивающие и раздражающие. Если верить историкам, то музыка зародилась и появилась на свет благодаря звукам, именно звукам. Звуки – шум, который воспроизводит природа, шелковый шорох травы, шелест листочков в вековых кронах деревьев, шум дождя и ветра, а гром – настоящий барабан, раскатистый и в ритм. Сегодня добавился технический шумовой фон. Давайте послушаем музыку городской улицы и мелодию моря. Какие же эмоции от шума и музыки, раздражение или релаксация и желание расслабиться и уснуть под эти нотки вселенной? Давайте вместе сравним и послушаем. Улицу и море.